Полудинный. Алло, быстрее. Перед боссом все встали. Вары касса бьете. Патрисия, ты выглядишь жестоко. За лучше нас найти, мать. Что-то, блин. У всех лагает. Каст. Это может. У всех. Отбежали? Дагестан. Блин, ваш паладином стан был. Ну-ка, свечи. Убивайте его быстрее. Минус паладин, минус шаман. Не, блин, тут просто надо... Нет, еще и лагает. Так поэтому и убивать надо просто так. Да ладно, ладно. Вон я помог. Встаем, просто убиваем зергим и все. Я не хочу тут время тратить. Ну куда у меня не будет против дракона железный? Будет возможность, сделаем. Да даже вон. Пойду больше. Не пойду. С кем не пойду больше? Сами сидите в своей урде, предатели, уйду на Альянс. Там тоже будет лагать. Чего не знаю. А почему такой онлайн большой, кто знает? Школьники, каникулы? Альянс тач. Альянс тач на БГ. Да не, каникулы, наверное. Куда ты? Когда же вы поймете, что тут накрутка стоит? А как это, ну, как понять, вот 5700 показывает, а сколько на самом деле? Спасибо. У разработчика. А если он не скажет, да? Нет. Штукарь, дай бог вообще. Походу, что это одни и те же рожи сидят. У тебя, допустим, код написан, N плюс 2000, где у тебя число реальных игроков, и 2000 это простая накрутка. И все, что тебе показывает, когда ты обновляешь кнопочку. Найденных игроков, допустим, 5600. Вот у тебя, допустим, 2 косаря, это просто накрутка. По херню можно еще в разное это, ну, время. Допустим, днем у тебя там за 4000 это, людей, вечером там за 2 косаря, а на деле нет никого. Если взять тот же X5, допустим, и, ну, на первом логове. Я заходил, там 7000 был онлайн. И там реально в Долоране стоишь, там такая тьма народу. Там просто все, кто-то что-то собирает, флуда столько. И тут примерно такой же онлайн, там нет никого. Нас тут наебывают, а мы верим. Что сервак у нас нормальный. Ну это качаются, наверное, всякие лоу-левых там. В марадонах там сидят, в огненных пропастях. Да не играет тут столько человек. Ну и похер. Подожди. Я помню, как сразу же вот лапка кто. И посмотри по левелам, сколько народу качает. Три человека на левел. Ну, второго левела нет никого, блядь. Берса поднимите.
Ну, я тебе вообще-то вопрос задала. Это ты про меня сейчас писал? Шлите ее. Молчит. Что ж вы даже девочке ответить, что ли, не можете? Какие? Боги. Какие там чипсы? Нет, если он мне это написал, она всегда такая, шлите ее. Я тебе расскажу, ты и твои петухи, ну, то есть твоя гильдия, с которой я ходила. Один раз у нас был конфликт, мне очень нужны были плечи на трансмут, я никак не могла их забрать, а волка их нет. И я попросила продать плечи за 15к голды. Плечи просто на трансмут, не на посланника титанов, просто трансмутные фиолетовые плечи на приста. Я просила продать, мне не отдали. Естественно, не продали. И потом один из его петухов мне говорит: а, кидает мне в трейд, я говорю, подавись, тварь. Я говорю, раз не продал, я говорю, положили бы на починку в Г-банк. Я говорю, что по-нормальному нельзя сделать? И он пишет, тогда я их распылю. То есть ему, по сути, эти плечи нахер не были нужны. Они просто пошли на принцип и не продали, не отдали. Естественно, я выразила недовольство по этому поводу. Ну, я не петух, если что. Говорили другое. Не помню, какая у них гильдия была уже. Да какие-то Dark Stars, говорят. Нет, нет, нет. Не Дарки, да Дарк. Собираюсь тебе повторять. Я тебе вопрос задала, ты мне не ответил. Мне в танке оставаться? Нет, Ретрик, успекись. Сейчас просто зербим и все. Я не хочу ходить. Ебаться. А, да, код доступа рай, точно. Но если лаги, тут люди просто умирают, не могут касбить, не могут отойти, не могут дикому стан дать, а продефаться. Какой смысл тут что-то пробовать? Один умер, второй умер. Что дальше? Два тела будут босса добивать? Ладно, я сделаю. В субботу нет, мы с Хексом сами проведем, я себе сделаю. Если нет возможности, смысл тут тогда сжимать что-то? Если сервер помойка, блин. Какой здравый смысл? Здравый смысл — это когда ты идешь, у тебя все нормально работает, и ты можешь сделать нормальные ачивы. А не через обоссанные лаги. Давно, кстати, не было лага. Аж целый час. Че там чекали, погнали. Таков просто всех массы заливайте. Как зальете всех четверых, свечитесь босса и убиваем босса подростка. Понятно, Кенджи. Как, блядь, лагает, блядь. Блядь, чиф.